Эй, я не виноват. Арестуй того, кто сидел за клавиатурой. Хорош, парни! Ну ладно, сопляки. Все построятся или сожрут потрохами. Время жрать! Тракте траву, пожалуйста. Если нечем, хотя бы посыпьте солью. И приготовьте, пожалуйста, мясо. Приготовить? Зачем? Поэтому самый быстрый способ успокоить Держи. Зверя. Моментальная победа. Чу-чу-чу, ты можешь добить мою сторону? Да и на эту вещь они должны... Опор! Что это за странная самка? Эй! Если хочешь этого самца, придется побороться! Наверное, я помешала. Хина! Я победила! Победа. Ты чё творишь, собака сутулая? Но в итоге меня отмудохали долбаные винни-пухи. Потом эта шавка начала зализывать мои раны. Это начало моей юности. Я же сказала, если хочешь джина, тогда дерись со мной, самка! Я сказал, что не вступлю в твою стаю! Как вожак, даю тебе специальное разрез! Заткнись! Зебры, ослы! Видишь? О, пушистый только на кончике! А я думала, чего он на хвост прячет? Это ослиный хвост! Идем с нами! Хитоми! Какая вкусная человечишка! О, да! Лапы прочь, котлеты волосатые! Эй, сутулая! Он так быстро оправился от медвежьего спрея! Я смыл его вот так! Чего?! Охотятся на медведя! Но только в стае! Какого черта?! Хочешь в стаю, да? Я принимаю тебя, Джин! Это может дойти до абсурда, но стоит самцу и самке спариться, и они проведут всю жизнь вместе. Чего?